Пример записи видео с аппарата. Пример записи видео с аппарата Blackview 9900E. Почти в ночи, фонарит, машина. Вот такая вот у нас классная тема. Видео пишется на аппарат Blackview 9900E. Муринский ручей. Хотя, по идее, речка. Замерз. Но при этом тихонечко вода все-таки течет, шуршит. И красиво выглядит, в общем. Вот так вот. Следственный эксперимент. Пишем видео Blackview 9900E, но на самом деле пишем ночной камерой. Пытаюсь уйти во тьму и посмотреть, будет ли видно вообще что-то в округе. Но пока видно, скажем так, очень даже хорошо. Блин, только не знаю, куда камеру деть и куда деть телефон. Он же смартфон, он же то, он же это. Вот так вот мы все видим. То есть света неба нам достаточно. Хотя смартфон сам в такой темноте бы ни хрена не видел. Камера что-то видит. Но вот будет ли у нее Full HD, это уже вопрос. В чем я, конечно же, сомневаюсь. Тропинку днем протоптанную, ночью что-то найти уже сложно. Но надеюсь, найду. Ну что, друзья, проверяем ночную камеру. Все чуть не упало. Гипс снимает, клиент уезжает. Ладно, как держу, так держу. Пробуем сначала вдаль. Сразу объясню, у нас не очень темно. Мы как бы это все контролируем. Пока еще под ногами не видно, конечно, но, по крайней мере, кустики глазами я вижу. Если опустить камеру вниз, вот как видит камера. Вон там у нас населенный пункт, скажем так. Город. Оттуда я ухожу. Пробую с помощью ночной камеры дойти до речки. Вот тут вопрос. Смогу ли? Что-то я не очень тропинку наблюдаю. Хотя теоретически я знаю, что она тут есть. Днем я ее хорошенько видел. Хорошечно. Сейчас лишь бы в реку не шандарахнуться. Ну что, друзья, далее произошло непонятное. Запись отсутствует, дальше был только звук, поэтому я его удалил. И обязуюсь еще разок сделать нормальный тест ночной камеры в ночное время. И, наверное, даже там же. А пока просто смотрим фотки, сделанные этим смартфоном на этом ручейке. Для тех, кто не догадался, объясняю. Сравнивалось два смартфона. Видео со второго смартфона, а также фотки с этого же места у меня выложены на втором канале. Милости просим посмотреть и там, и тут, и сравнить. Всем спасибо, всем пока.